Поговорим сегодня о том, в чем я рекомендую вам приходить на занятия стретчингом. Значит, материальчик нужно подбирать такой, чтобы он тянулся хорошенько, плотный, чтобы был, в избежание казусов, которые пару раз имели место быть. Вы просто до сих пор помните этих людей? Их лица. Вообще надо, чтобы материал тянулся. Расцветочка. Мы уйдем уже от вот этого понятия, что черное стройнит, и исходя из этого мы выбираем одежду. Стройнит, на мой взгляд, не жрать. Я как-нибудь тоже попробую не жрать. Грудь. Ага. Итак, внимание, грудь. Как будто я сейчас показывать буду. Наверное, грудь ее надо как-то поднять, ну как-то подсобрать. Не то чтобы там поднять с колен.